Против вас играют банкиры из Дубая. Они спрашивают, почему клиенты из России не знают, что такое комплаенс. Вопрос риторический. Комплаенс – это отдел в банке, который проверяет клиента перед тем, как открыть счет. За 10 лет в Эмиратах я хорошо уяснил, что этот департамент никак не связан с отделом продаж. Это два противоборствующих отдела. Департамент продаж хочет открыть вам счет, а комплаенс ищет основания этого не делать. Внимание, вопрос. Зачем? Зачем? Все просто. Его задача – снизить риск попадания в банк нелегальных денег. Отмывание, незаконный бизнес, санкции – для них как красная тряпка. Но попасть на радар можно и не будучи международным преступником. Достаточно просто совершить подозрительные транзакции. Каждый год ограничений все больше. И гражданам России открыть счет становится сложнее. Иногда это квест. Почти всегда это квест. Свяжитесь с нами. У каждого квеста есть решение.